Приветствую тебя, великий монород. Как идет вторжение? Эти жалкие людишки не способны противостоять нам. Значит, плеть хорошо делает свое дело, в отличие от некоторых. Не насмехайся надо мной, повелитель ужаса. Мне известно, что случилось с орками. Я найду их и накажу лично. Именно поэтому я здесь. Думаю, тебе не помешает узнать, что орки ушли из этих земель. Что? Ты уверен? Уверен, как никогда, монород. По крайней мере, мои агенты никогда меня не подводили. По их сведениям, орки высадились в Калимдоре. В Калимдоре? Что они там с... Впрочем, какая разница? Орки служат мне, и я верну их, куда бы они ни сбежали. А ты служишь мне, монород. И лучше бы тебе об этом не забывать. Мы будем следить за ослушниками и ждать. Пусть они не оправдали наших надежд, они еще могут нам пригодиться. Мы уже неделю тащимся по этим пустошам, а драться приходится с одними конелюдами да свинорылами. Где настоящие враги? Да, скука и палящее солнце всем нам надоели. А мы должны двигаться дальше. Мы должны найти оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите, там воины клана Песни Войны. Они дерутся с людьми. Мерзкие орки! Как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечишка! Она тебе еще понадобится! Вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки! Что? Локтар, воины! Поможем адскому крику! Локтар, друзья, с вами Рости, вы на канале Relegium Online, и мы продолжаем играть в Reforge. Третья глава, за Орду. Помогаем нашему товарищу Адскому Крику, сразу врываемся, крушим черепа людей, чтобы они поняли, что не зашли ни в тот район. Адский Крик, которому мы не могли найти после крушения, оказался здесь, так наши батраки сразу же должны подходить и готовиться к строительству. Вот так. Не будем терять ни секунды, скажем так. Ну, в чем проблема, чуми? Почему мы не начали строить? Ну, нельзя было, наверное. Как вообще здесь оказались эти люди? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь, девчонка по фамилии Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Нам в любом случае придется идти через этот перевал. Охотники разведают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. До тех пор людей не трогать. Как скажешь, вождь. Что-то я думаю, когда он сказал, как скажешь, вождь, что он нас и хер не ставит нашего трала. Так. Построить дом вождей. Трал должен выложить.
Они тоже с толпой не могут строить, ну да. Печаленько. Так, лесопилка. Хорошо. Казарма. Хорошо. Землянку. Да-да. Ну так, неплохо они, клан Песни Войны, расстроились, хотя... Кода. Кода проглатывает наземного врага и медленно переваривает его. Боже мой, какая-то ужасная смерть. Быть медленно перевариваемым заживо. Что здесь находится? Пошли посмотрим. Пока у нас идет большая стройка. Тут кто-то есть? Никого нема, как обычно. Пойдемте там поищем. Работа сделана, работа сделана. Чего надо, хозяин? Не, добывай. Так, так, так. Покрывать здание орды шипами, которые наносят. На всякий случай. Я, конечно, не думаю, что нас тут кто-то будет особо нападать, но... Надо тут все хорошенечко разведать. Ночь наступает. А, только 18 часов. Не совсем уже и ночь. Пока не достроен дом вождей, некуда золото носить. Что-то тут особо нигде не погуляешь, я смотрю. Ладно, пока так. Цена стоит, ни хрена не делаете. У нас по лимиту не хватает. Так что и землянки нам пригодятся. Нужно построить землянку. Эй, босс, мы нашли в округе много людских поселений. Есть еще лаборатории гоблинов. Ее защищает лагерь на севере. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Хорошо, но мы все равно пойдем посмотрим, что тут есть. Вот, а, наверное, так нельзя было делать сразу, да? Киллера. Сожрем этого. О, герой. Блин, использовал эту хрень. Интересно, сколько он будет неуязвим под люка. Придется отступать, наверное. Сейчас хоть разобьем им башню. Все, слетел с него этот. Сейчас мы его накажем. Так. Нам нужно больше золота. Понимаю. Мы уже почти его завалили. Нам помогут еще наши волки. Неуязвим стал. Вот смотрите, как эта казарма штампует и штампует этих. Есть, и уровень получили. Давайте, ребята, надо по-быстрому. Так, золото. Парочку туда. А еще волков можно? Нет. А жаль. Так можно было бы наспамить их целую херовую тучу. А, это тот, который не стал. Устал ждать. Людишки должны...
должны быть уничтожены. Тоже верно. Клан Песни Войны нарушил твой приказ и напал на людей. Проклятье. Остается только одно — сражаться. Укрепите оборону, а с Громашем я потом разберусь. Интересно, то, что мы напали на людей, это не считается, да? Я... Ну, нам же можно нарушать, мы же это сами и придумали. Дополнительная задача уничтожить базы Альянса. Альянс рано или поздно на вас нападет, укрепитесь. Кто? А, этот, я думал, Трал умер. Искать, когда он успел. Схавали одного этого. Да будет вам золото, у меня только два туда носят. Давайте еще парочку. Вообще надо было бы, конечно, неплохо прокачать пассивку, что когда мы бьем здание, у нас мы получаем за это золото. Грабеж, или как-то так называется. О, на меня уже и напали. Нормально. Че, придется возвращаться. Возьмем двух волков, пускай помогут. Так, а мы сейчас сделаем вот так. Не будем отстреливаться. Может, там волки на подходе помогут. Туда остальные. Вот видите, же неплохо и волки валяют. Были по ней еще больше уровнем. Вот и все. Все, всем вернуться к работе обратно. Так, 4, 5. Грабеж исследуем. Не хватает золота. Пора за дело. За молот рока! Сейчас тут надо будет вторую базу сделать сразу. Все, деритесь. Ну, что ты? Вот так вот. Так, исследование. Пошел наш опять адский крик. Воскресили его, пошел он драться. Воевать с людьми. Ну, скорее всего, так и есть. Так, все, исследовал я эту хрень, теперь по идее. А, блин, 30-30. Блин. Надо побольше. Хорошо. Землянок этих понастраивать. Ну, смотрите, духи волков он нормально справились. В принципе, еще и нормально. Так, землянки есть, это есть. Чего прикажешь? Блин, я испугался. Куда пойдем?
Работа сделана. Работа сделана. Что не сильно они так дамажат. Работа сделана. Все, что пожелаешь. Да. Работа сделана. Работа сделана. Надо улучшить. Чего хочешь? Да, мне нужно будет. Нам нужно больше хотя бы одного. Я понял. Твоя жизнь принадлежит орде. Эти ребята всегда помогут разобраться. Хозяин готов вкалывать. Зак-зак. Волки пока добегут, уже будет некуда бежать. Так, все, этот пошел. В принципе, можем возвращаться. Рубака с ними и сам справится. Так, волки. Ну, наверное, мы начнем с этого лагеря, поближе будет. Мы сейчас поставим. Ну, они пропадут, ладно, просто побежим. Надо будет поддержать просто нашего союзника, когда он пойдет на кого-то. И все, так будет лучше. Так, что там нужно? Крепость. Волки мои не добежали. 385 хватает. Так, пошел наш этот, давайте с ним бегом. Правда, у меня такие все битые-перебитые, но ничего. Для общей масохи пойдет. На кого сейчас идет? На синего? Ну, давай мы с тобой на синего. А, не, он вообще идет дальше. Это нам третьего показывают, да? Да зашел, кто это? Стирали вообще, мы вас не трогали, блин. Исследование завершено. Хорошо. Еще кто-то напал. Не вижу, правда, кто. Так, а тут зеленый. Поможем нашему товарищу. Что-то я не могу понять, с кем он дерется, они все что-то целые. Сейчас мы сожрем эту. Вот так вот. Защита, надо магов сносить. Если магов, это уже половина победы, как и лекари, в принципе, я считаю. А, нет кода. Блин. Че я выжил, тварь? За кода ответите. Сначала теперь сносим башни. Эти друзья что-то пришли тут с нами драться. Вы не вывезете эту битву, пацаны. Или я не вывезу. Такую хрень бьет, если честно, мой союзник. Да и бьет этот. Домики, блин. Но тут уже никого не осталось почти. Готов вкалывай, раз готов. Так, есть уже, мы можем поставить этот, хорошо. Зверинец надо.
Култирасская гвардия. Я что-то думал, что у него другие скиллы. Гармаш. Адского крика. Ну, еще мои пацаны подошли. Где тут есть? Ах, у него тут армия, блин. Хреново туча. Так, тут на всякий случай, наверное. Че, у меня башни нету? А, есть. Прожевая. Иди дальше работай. Так. Кода. Два. Мне менее хватает. Ребят на дереве. Че у нас тут? Так, атаковать. Туда и по пути всех бейте. Есть тут еще не появилось, здесь можно рубака просто за золото и мясо, золото и мясо. Сторожевая готова. Работа сделана. Чего хочешь? Готов вкалывать. Работа сделана. Работа сделана. Где шаманы? Шаманы, наверное, потом будут. У них же есть такие, как на свинюшек похоже. Блин, ну это видео, наверное, долго получится, ребят. Я извиняюсь за то, что так долго растягиваю. Но просто не выполнить дополнительное задание как-то тоже неинтересно, я считаю. Если тем более есть возможность их сделать. Мы же не на скорость проходим. Ну и не на качество, в принципе, но проходим же. Уже давайте как-то. Вторая группа пошла. Все, готово. Они пошли синего бить. Наверное. Поможем. Давайте так. Это не все еще. Еще три здесь. Можно парочку тут. Так. Вы, наверное, давайте помогать. Что-то я здесь не вижу героев. Хиллер. Есть. О, видите, как хорошо, что я поставил башенки. Уже хорошо. Нормально, пока еще тянем. Тем временем волк, смотрите, сжирает просто этого канонира. Точнее, мортирный расчет. Он почти сожрал. Почти. Кто там на вас напал, блин? Спинобраз охотник, блин. Вы что, ребят? Вы же орда. Вы должны тут всех крушить. Да, тут они, смотрите, все-таки пробили нашу оборону.
Может, они и дальше пойдут, но это не точно. Я думаю, дальше они уже не полезут, но подготовимся к этому. Причем он там еле выжил, падла. Петя добежать шустом. Можете не успеть, конечно. Ладно, попробуем. Да, не успели мои эти волки добежать. Может, успеет, начнет чинить. Почти. Еще волков могли по пути убить. Вот и все. Минус. Минус база, конечно, но ничего страшного. Землянок не хватает. Вроде их меньше и не становилось, что не хватает, непонятно. Что нужно? Они сюда возвращаются, да? Возвращайтесь. Мы поставим землянку. Где ж наш союзник? Вернулся обратно. Залечивать раны. Секунд. Шуру и опять сюда держишь. Что здесь? О, нормально, ребята собрались. Но, правда, почти уже воинов не осталось в этом отряде. Но ничего, волки всегда выручат. Учебное зелье. Зовите сюда. Ничего тут нету, наверное, да. Соединим, короче, тот отряд вместе вот с этим. Это будет... Так, а вы будете второй отряд. Он уже пошел, пошел уже наш корешок. Так, ну что, сделаем. Нет. Атака. Атака. Поехали. Иди сожри маркиру. Пока ты дойдешь, уже жрать будет некого. И убили его. Ай-яй-яй-яй-яй. Казарму надо. Все, нет казармы, нет сопротивления. Духи неспокойны. Давайте главное здание, пока волки доедают кузницу.
Да не буду тебе ничего говорить уж, давай как-то. Чего волков уже нету? Сам факт, ребята, в том, что адский крик ослушался приказа Трала. Как бы, а вождь это вождь, он должен был выполнить, он, получается, пошел, напал. Потому что он всегда как бы агрессивный был, и на этом демоны и сыграют, на его агрессии. Все, погнали туда. Гарпии, наверное, там надо с ними сражаться. Значит, я не вижу, чтобы нас с нами шел наш союзник, он, наверное, или он идет. Готов вкалывать? Нет, не вижу. Вот он стоит. Громаш, адский крик. Опутывание завершено. Не, ну слушайте, они так нормально мы их просаживают. Вот этого надо здорового мочить сразу. Не то, чтобы он сильно в себя поверил. А, опять же воскрес. Я забываю постоянно. Всех застанет. Перчатки огрской силы плюс 3. Пора за дело. Виток исцеления, нормальная тема. Что нужно? Я вождь. Пора за дело. Всех исцелим. Можем дальше идти. Я вождь. Только скажи. Тут должны быть гарпии, да. Я что думаю? Духи неспокойны. То, что вот она сразу падла. Вылезла с этого, это мне не нравится. Ты ловите ж ее. Вот так. Трал. Что лежит, я не могу. Венец благородства. Венец. Все, схватил. Подумал, не успею. Так, приведите два дирижабля на базу. Сейчас мы приведем. Сначала мы разобьем их халабуды. Приобретите два дирижабля, их тут всего два. Все, все погрузились. Поехали кататься. По идее, тут мы уже со всеми справились, так что никто нам не будет представлять никакой опасности. Ух ты! Опа-па, остановочка. Выгружаемся. Духи неспокойны. Духи неспокойны. Это ж мы не можем не поучаствовать в такой драчке. Никто не уйдет. Только скажи это дело. О, боевые когти плюс 9. Мы выложим вот это. Что нужно? Сбитесь отсюда. Не мешайте. Оп.
Все. Грузимся. Так, может, я что-то здесь еще не увидел? Тут я был. Может, я что-то где-то не досмотрел. Вот тут меня особенно интересует, вот здесь вот, в этом лагере. Видите, как оно бывает. Фолиант интеллекта, мощный. О, мощное зелье маны. Так, грузитесь. Так, это мы сейчас сделаем. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Пора за дело. Все, вроде всех зачистили, все сделали. Полетели кататься. Тут же ж мы отсюда пришли. Ну давайте на всякий случай там еще полетим, посмотрим. Вдруг что-то забыл. Я думаю, тут ничего нету. Тут ничего нема. Ну и ладно. Девять тысяч голды. Мы богаты, мы сказочно богаты. Сразу вспоминаю пеликана, который в нефти стоит. Так мы доберемся до пика каменного когтя еще до рассвета. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Громаш, совсем выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ не трогать людей. Что с тобой происходит? Хватит читать мне нотации, щенок. Эти слизняки заслуживают смерти. Разве ты не чувствуешь, Трал? Все как в старые времена. Будто демоны где-то рядом. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, Трал. Ты прав. Я постараюсь держать себя в руках. А если не сможешь, Громаш? Я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и обустрой для нас лагерь. Я найду вас, как только вернусь от Оракула. Вот такие вот дела, ребятки. Спасибо за просмотр. С вами был Рось. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свои комментарии, свои мнения, свою критику. Всем отвечу. Ну, до скорой встречи и пока-пока.